Сейчас покажу вам курицу, как она получилась. Мариновалась она у меня полчасика-часик. Ну, наверное, полчасика все же. И пеклась, ну, не знаю, час, наверное. Вот, видите, он надулся. Я его продырявила, чтобы он у меня там не бахнул. Ну, в общем, красавец. Перекладываем. Моя красивая сковорода от Астерии полностью чиста. Красотка. Ну, сейчас мы вытряхнем курочку. Я вам покажу. Ну, пахнет она шикарно. Ой, она даже подрумянилась так шикарно. Я бы вот это вот все, что здесь сейчас, вот это румяное, я бы съела с удовольствием. Это не подгорело. Сейчас покажу поближе. И у вас еще и цветопередача не та. Самый смак. Сейчас светлый обрадуется. Вот она какая. Красавица. Светлая твоя курица готова. Я горчу. Все, друзья мои. Что, я буду есть? Ой, чуть не съела эту зажарочку, там упала. Хотела ее съесть. Не буду. Я не могу, рука влажная. Усю. А, еще хлеб разрезали. Я его не пробовала. Слышите, хруст на заднем плане? Опять хрустит. Потертый, если бы. Скажите, сударь, вкусно ли вам сейчас? Вкусно, сударь, сейчас там. На, приятного. Курицы твои восхищаюсь, что, говорит, происходит.